Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Рубзи, и добро пожаловать, привет, сосед, вторая часть бета. Я не знаю, что с вами случилось, но вы просто завалили меня комментариями на двух моих каналах. Рубзи, вышла вторая часть, привет, сосед 2, давай быстрее делай прохождение. Я, конечно же, скачал эту игру, и сейчас мы будем с вами наслаждаться. Поэтому, друзья, обязательно поставьте лайкусик и не забудьте подписаться на канал, а еще все больше слухов ходит про то, что YouTube заблокирует, поэтому, ребят, я знаю, что у большинства из вас есть Яндекс аккаунты, подпишитесь на Яндекс.Дзен, потому что мои видео уже выходят там, если YouTube не станет, они там будут выходить постоянно. Также есть Рутюб, также есть ВК-сообщество, все ссылочки есть в описании, мы с вами никогда не потеряемся. Итак, новая игра. Так, это, я так понимаю, мы, ползем какой-то странный амб... О-хо-хо! Интересно. Я проходил первую часть только вне записи, не на канале. Во вторую часть я, естественно, еще не играл. Это бета. Это бета, она только вот сейчас появилась. Так, аккуратно. Аккуратно. Мы пытаемся пробраться в какой-то старый амбар у нас. Ага, мы с вами... О-о-о-о! Тихо! Камера... Офигеть! Вы видали, он чуть на грабли не упал, и у него камера осталась вон там сверху. Так, подождите, я так понимаю, это мы. Ага, это мы, у нас есть часы, какая-то пришла информация. Блин, как здесь офигенно! Это что такое? Это какое-то чучело или что? А, во, о, ребята! Так, у нас задача, получается, какой-то ворон уносит чучело, нам нужно... То ли поймать его. А, нам нужно сфотографировать, но сначала нужно достать камеру. Я вас понял, я вас понял. Блин, мне нравится, мне нравится. Какая здесь офигенная графика. Просто лайкусик, ребята, с каждого. Так, что здесь у нас есть? Что-то подобрать? Может быть, в ящиках? Так, ладно. Нам нужно добраться за этой камерой. Здесь у нас замок. Он, как видимо, закрыт. Выбраться на улицу мы тоже с вами никак не можем. Так, где у нас... Как-то мне нужно каким-то образом подняться наверх вон туда. Для этого мне нужно... А, вот так вот залезть сюда. О, здравствуйте, это ключик. Хорошо, ключик мы с вами взяли. Это ключ от того замка, ребята. Так, тихо, давай ключик от замка. Прыжочек, блин, мне нравится. Я просто в шоке от этой игры. Хорошо. Так, на Е, получается, мы открываем. То, что, что у нас здесь, то, что... Так, подожди, на Ctrl присесть. Все, ребята, потихонечку разбираемся. Это не лестница? Я думал, что это лестница. Вот эта лестница, которая нас ведет наверх к камере. О, блин, как здесь офигенно, ребята! Так, аккуратненько залазим. А, вот эта камера. Так, мы не можем открыть... Мы не можем открыть это окно. Почему мы не можем... Подожди. Вы не поверите, но я разобрался. Здесь нужно было просто зажать кнопку. Я почему я не мог сразу додуматься? Так, смотрите, мы с вами забрались. Наконец-то я решил эту головоломку. Я смог зажать кнопку. Так, камеру. Камеру забрал. Все, камера у меня появилась. Камера на месте. Я, по идее, должен спрыгнуть на... Я был должен спрыгнуть на вот эту штуку. Почему я промазал? Блин, у меня ноги болят. Капец, это было... вот они, кстати, вилла, которую я в прошлый раз чуть не упал. Так, и теперь я... Вы видели? Вы видели? Там был этот ворон. Там был этот ворон, которого мы видели с вами вот на этой доске. Смотрите, да. Он напал на чучело. Он напал на чучело, но не унес. То есть мы с вами реально поймали его. Это что? Это реально этот ворон! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Беги-беги-беги-беги-беги-беги! Где он? Где он? Где он? Вы слышите? Куда нам нужно? Подожди-подожди, куда нам нужно свалить? Так, я опять хочу открыть эту штуку. Так, я опять залез наверх. Я опять залез наверх. Вы его видите? Так, мне нужно отсюда как-то убежать. Так, ай, блин, я опять упал! Я опять упал! Выход открылся? Я вылез, я просто застрял. Так, мне нужно выйти на улицу. Так. И что? И что? Что это? А, это... Я уснул! Это я, получается, ехал за рулем, я уснул? Давай, кофеечка. Нормально, все хорошо, не спать. Капец, у него там просто кофе! Так, получается, мы работаем с вами каким-то репортером, журналистом, что-то должны расследовать, или детективом каким-то. Так, есть карта, есть карта. Смотрите, он неаккуратно брился, у него на бороде есть ссадина. Так, у нас какой-то очень странный бусик, и... Куда ты едешь?
Куда ты нафиг едешь, серьезно? Вейрон Крупс. Кэл Вом Вейрон Крупс. Пропавшие дети? Смотрите, сколько здесь пропавших детей. Так, это получается полицейские. Посмотрели на меня очень подозрительно. Ребята, я нормальный. Ребята, я нормальный. Я просто ученый, я просто разведаю. Тихо, тихо, тихо. Это кто? Это кто? Чувак, я чуть тебя не задавил. Осторожней. Дядя. Ты не кипиши, нормально все, все хорошо. Так, едем дальше. Какой-то старый дом или что? А, мы, или мы к себе домой едем? Смотри, нифига себе! Нифига себе, там антенна огромная на крыше стоит. Я так понимаю, это именно наш дом, да? Припарковался, конечно, он мастерски. А, он задом паркуется. Ну окей, ну окей. Так, мы с вами вернулись в какой-то город. И я так понимаю, что это, скорее всего, наш дом. Кто здесь у нас? У нас на улице, кстати, заметьте, ночь. Нет, это явно не наш дом, потому что двери-то заколочены. Так, подожди. Пропавшие дети. Еще пропавшие. Еще, еще. Офигеть, сколько здесь пропавших детей. А, это наша рабочая станция? Посмотрите, куча, куча фотографий с пропавшими детьми. Так, что у нас здесь? Радио. Ага. Ага, у нас, получается, что-то пришло. То есть мы можем посмотреть на... Так, сейчас разберемся. У нас есть часы, на которые приходит какая-то информация. Там кто-то есть, кстати. Посмотри, там какой-то повар. Да, там реально какой-то повар. Подожди, подожди, подожди. Это радио, я его не могу переключить. Компьютер я не могу использовать. У меня нет ничего в руках. Подожди, здесь я тоже ничего не могу нажать. Ребят, сейчас, сейчас разберемся. Я так понимаю, нам нужно идти повыше? Но здесь точно ничего нет. А, стоп, подожди, подожди. Вот эта карта ведет... Вот фотография, привет, соседа. А от него ведут, ребята, линии к пропавшим детям. То есть он связан. Он как-то связан по-любому с пропавшими детьми. Так, это что за штука? Это очень странная какая-то фигня, но она не берется. Ладно, поднимаемся. Опа! О, хорошо, 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 перепрыгнули. Так, странная лестница почему-то сломана. Здесь еще выше подъем. Так, я посмотрю, что здесь на улице происходит. Вон полицейские, которых мы сами видели. А, здесь странный повар работает в булочной напротив нашего дома. А мы с вами поднимаемся выше. Поднимаемся на самый верх к вот этой вот антенне. А, у нас получается сломалась антенна? Или что мы здесь делаем? Зачем я сюда поднялся? Зачем я поднялся к этой антенне? Черт побери. Так, на шифт, кстати, мы можем с вами бегать. Я только что об этом узнал. Я также знал, что на шифт мы с вами можем бегать. Так, антенну нам там, ну, как бы не починить, потому что там ничего нет интересного. Прыжок, прыжок, хорошо. Далеко прыгну, далеко прыгну. Еще раз проверяем. Здесь мы взять ничего не можем. Использовать радио мы не можем. Переключить мы тоже ничего не можем. Нам только остается выйти на улицу. Ну, давай, давай выйдем на улицу. Так, подожди, дверь мы тоже открыть не можем, потому что здесь доска, здесь как бы не открывается. Ладно, ладно, пошли, пошли через дорогу. То есть мы с вами видели вот этого странного чувака в булочной. Булочная Гэбри, Гэбри или как-то так. А чё? Какого, какого чёрта ты здесь делаешь? Какого чёрта ты здесь делаешь? Он меня... Да как, иди в баню. Нет, да что за фигня? Это ворон! Это ворон! Почему он здесь? Он, почему он был здесь? Он опять здесь! То есть я не могу сюда пройти! Блин, 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 блин! Возвращайся, возвращайся! То есть получается, когда я пытаюсь подойти, меня хватает ворон? Подожди, а я могу подойти к полицейским? Полицейский, здесь ворон! Пацаны! Ребята! Тут ворон! Он меня пытался ловить уже несколько раз! Так, подожди. Полицейская машина закрыта. Подожди, это дом привет соседа? Это дом привет соседа, ребят, помните? Подожди. Блин, я думал, это опять. Так, здесь ничего нету. А я могу сюда пройти? Подожди, я могу? Я могу попасть? Полицейский, привет. Я не должен попадаться полицейским. Я вас понял. Я вас понял. Я вас прекрасно понял. Мистер полицейский, я вас прекрасно понял. Так, я должен, короче, идти очень тихонечко. Где он там? Ага, то есть он нас не заметил. Фонариков у нас никаких нет. Оп. Не услышал. Не услышал. Не услышал. Так, 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 так. Проведем сейчас разведочку.
Пока закроем. Надеюсь, он не услышал то, что я сейчас тут хожу. Опа, какие-то баночка лекарств. Тут никого нет. А улики, ребята, пропавшие 5, 2. Что здесь еще есть? Его здесь пока нет. Тихо. В этой комнате тоже никого нет. Пока я ничего не нашел. Мне нужно, получается, у полицейского каким-то образом украсть его ключ. То есть у него есть ключ на поясе, который мы должны... Здесь закрыто. А, слышите? Ванная комната. В ванной комнате есть что-то? Туалет? Но мне в туалет пока не нужно, это хорошо. Так, я тихонечко пошел. Прятаться. Опа! Можно прятаться в шкафу. Хорошо, хорошо, это мы сами разобрались. Можно спрятаться в шкафу, холодильник у нас закрыт. Это выход на улицу, это выход на задний двор. Так, у нас есть два выхода. На задний двор и через главный вход. Ладно. На столе у нас ничего. Ладно, короче, мы должны с вами, я так понимаю, взять все-таки ключ. Ага, все, смотри. Он... Нет, 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 я бегу, бегу. Отвали, 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 отвали. Закрываем двери. Открываем двери. Я выше. Он за мной? Он за мной? Он за мной идет! Когда он остановится? А все, остановился. Ух! Так, все, мы поняли. Короче, здесь нужно будет уматывать от полицейского. Нужно будет угнать, может, его машину? Да, ребята, его, явно его ключ от этой машины. Ладно, давайте. Аккуратненько проберемся. Пока он нас не видит, я должен тихонечко пробраться. Ага, он проверил ключ. Переходим. Он за мной, 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 я слышу. Все, ушел. Ключ у меня, ребята, ключ у меня. Я стырил ключ у полицейского. Возможно, он подойдет к его машине. Возможно, это от какой-то двери. Так. Нет. Нет, кстати, не подходит. То есть мы не можем с помощью этого ключа открыть дверь. Значит, он для чего-то другого. Так, где он там? Пока он не видит. Пока он не видит, я тихонечко пробираюсь. Короче, ключ подойдет, наверное, в одной из дверей, которые мы сами не смогли открыть. Скорее всего, вот. Либо на втором этаже. Так, его здесь нет. Нет, закрыто. Скорее всего, на второй этаж. Скорее всего, именно на второй этаж. Я могу выпрыгнуть через этот? Там есть... Что это такое? Как я должен посмотреть? Подожди, как я должен посмотреть управление? Подожди, привязка клавиш. А, прыжок, бег, присесть, действие. Так, 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 так. Положить предмет, пауза, нельзя спрятать, показать. А, действие. Левый shift. Tab. Подожди, инвентарь есть. Не работает нифига. А, зажимать. У меня есть ключ. Вот, все, 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 у меня есть ключик. А, здесь. Я ни черта не вижу, здесь очень темно. Как включить здесь свет? Офигеть, здесь тебе. Так, подожди. Я открыл дверь. Ладно, все, я пошел. Мне нужно фонарь, я ни черта не вижу. Мне нужно фонарик. Я туда не пойду. Мы все-таки. Может, все-таки нам нужно выйти на улицу. Да, ребят, давай. Да чертова ворона, откуда ты взялась здесь? У меня ключ забрали? Это что такое? У меня ключа нет, ребят. У меня ключ отобрали. Вот эта дверь. Вот эта дверь, куда нам нужно пройти. Иди, чувак, там вода льется. Ты слышишь? Он не идет. Он не хочет туда идти. Он вообще никак не хочет туда идти. Полицейский, уходи. Или давайте подождем, пока он подойдет к этому столу. Я тихонечко проберусь. Тихо. Эта штука не открывается. Тут ничего не... тут ничего не работает. Ребята, я явно делаю что-то не так. Смотри. Полицейского пока нету. Но здесь... А, открывается. Ребята, открывается. Открывается, нужно было зажать. Опять информация какая-то. Да какая информация? В подвал, быстрее. Я смог. Давай. Я открыл дверь.
Я спустился в подвал. Я спустился в подвал этого дома. Это старый дом, привет, соседа. Я смог сюда пробраться. Наконец-то я смог добраться, ребят. Так, у меня есть ключ. А, у меня он есть в инвентаре, все. Отличненько, отличненько, отличненько. Что здесь еще есть? Что здесь есть еще? Я надеюсь, что здесь в подвале уже никого не будет. Что я могу взять? Пока что ничего, пока что вообще ничего. А, вот, видите, получается, я не могу вылезти. Это тот самый подвал, который мы с вами видели. Но зачем я сюда спустился? Зачем я сюда спустился? Может быть, я могу здесь что-то найти интересное? Ничего, ничего. Ребята, обязательно в комментариях пишите, если вы что-то знаете по прохождению. Я обязательно буду вас слушать. Так, ну здесь вообще нифига нет. То есть, этот ключ мне вообще... А-а-а. Ух ты. Это доска. А это лом. Опача. У меня, получается, есть ключ, есть ломик. Опача. То есть мы с вами можем... Мы с вами можем выломать? А, нужно зажать. Тихо. Давай. 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 Хорошо. Мы с вами открыли. Открыли подвал. Кстати, заметили, здесь есть почему-то одежда того самого ворона. Подожди. Если привет сосед связан с пропавшими детьми, то это его костюм. Возможно, ворон и есть тот привет сосед из первой части. Так, подожди. А, я могу отсюда выйти? Так. Это могила? Это игрушки? Мы нашли могилу какую-то. Что это такое? Пропавшие дети. Да, это те самые пропавшие дети. Мы вернулись с вами. Мы вернулись с вами в этот дом. Но мы вернулись с вами в этот дом. И теперь у нас есть, по идее... Да, ребята, у нас есть вот... У нас есть лом. Мы вернулись в тот самый дом в самое начало. И теперь у нас есть ломик. Мы можем спокойно... пройти в эту комнату. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все-все-все-все-все. Кстати, мы с вами сняли... Помните, здесь было 5. Здесь было 5 листовок. То есть мы с вами нашли одного ребенка. И это была могила ребенка. О, как это жутко! Ладно, ладно. Мы с вами разобрались, возможно, в одном из... Это что? Это затопленные дома? Подожди, это какое-то... Это радио? Не работает. Не работает. Это радио... Это какое-то странное радио, но оно не работает. Нет связи. Смотри, получается... А-а-а! Возможно, я смогу следить. Это что такое? Это камера. Не-не-не-не-не-не-не. Подожди. У нас с вами есть камера. У нас есть средство слежения. Лом и золотой ключ. Так, у нас с вами есть уже 4 предмета. Что здесь еще есть в этой комнате? Подожди. Может быть, это не камера. Может быть, это... Может быть, это фонарик? Подожди. А как его... Да нет, 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 подожди, это фонарь. Только как его использовать? Как использовать фонарь? Возможно, он сам используется. Да нет, я выбрасывать не буду. Ребята, это сто... мне кажется, 100% фонарь. Помните, мы на втором этаже, там, где в полицейском доме. Кстати, здесь что-то было. Подожди, я могу здесь что-то поднять. Тут, что здесь? Что... Здесь что-то нажимается. Стой, стой. Нет, 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 подожди, здесь что-то... Может быть, надо... Может, взять нужно этот? Не, нифига не работает. Тихонько, тихонько. Может, здесь и проход какой-то? Так, я залез аж наверх на ящики, но здесь ничего нету. Так, мы с вами немножко разобрались. Разобрались в том, что ничего не разобрались, и здесь все непонятно. У нас с вами есть камера, как ее использовать, я пока не знаю. Может быть, все-таки в настройках управления, привязка клавиш. Так, let's pad, escape, tab, инвентарь, DA, spacebar, пропустить катсцену, right, left. Так, это не используется, это не используется. 1, 2, 3, предметы не переключаются. Ладно, вернемся сейчас в свою комнату. Может быть, что-то здесь. Может быть, нам теперь... О, подожди. Да, ребята, вот, я же говорю, мы нашли. Мы нашли, что случилось с девочкой. Конечно, ничего хорошего с ней не случилось. Но мы смогли расследовать одно преступление. Я сейчас хочу подняться на второй этаж. Этот меня не увидел. Этот меня не видел. Я хочу подняться на второй этаж. Там у нас, помните, темная комната была. Темная...
Опа. Я могу... Я могу оставлять камеру слежения? И у меня таких камер может быть 4? Я понял. Я понял. Это был не фонарь. Это была камера слежения. Это была камера слежения. Вот в чем прикол. Так, я отсюда пошел. Да давай, пока, до свидания. Как пройти вот... Ну, мы сюда должны явно как-то попасть. Мы должны явно сами как-то попасть. Но как сюда попасть, я пока не знаю, ребят. Давайте так. Я сейчас попытаюсь еще раз открыть, может быть, машину? Может быть, все-таки полицейскую машину с помощью замка? Нет, я ничего... Я что, выбросил ломик? Ребят, я выбросил ломик. С помощью этого ключа ничего не открывается, понимаете? Вообще ничего не могу сделать. Ладно, ребят, давайте так. Напишите в комментариях, что вы должны сами сделать, кого найти. Мы сами, скажем так, первую задачу выполнили. Мы нашли одного ребенка вон в том домике, где был полицейский. Но что дальше, я пока не знаю. Давайте на это заканчиваем. Обязательно поставьте лайки, будет продолжение. Всем удачи, покедова.